Вы Санта-Клаус или Бен Мороз. Я верный друг Санта-Клауса. Thank you. Я, спасибо. Если вы Бен, то я Бэмби. Я верный олененок, который помогает детям познакомиться с Дедом Морозом. И у нас уже есть первый мальчик. Иди сюда, мальчик. Hello. Привет. Young sir. Привет, how are you? Маленький мальчик. Как Good. Твои What дела? Would you like? Что бы ты хотел? Еще раз скажи. Паровозик. Oh, yes, of course. О, да, конечно. That would be this. Наверное, вот это. Нет, паровозик. Okay, of course. Паровозик. Да, паровозик. Конечно. Паровозик. Паровозик. О, паровозик. А! Спасибо. You got it, you got it. See, you didn't know I knew Russian. Абсолютно. Вы даже не знали, что я говорю по-русски. Hello. Привет. How are you? Как дела? What would you like? А ты что бы хотела? Куклу. 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 О. Но не Куклукс-клан, это другое. No, 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 no. Куклу. Нет, нет. Куклу. Куклу. Что может быть вот здесь? Куклу. Нет, куклу. No. No. Куклу. 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 Нет, куклу. О, куклу. Нет, куклу. Нет, куклу. Куклу. Нет. Куклу. Нет. Куклу. Вот она. Да, бинго. Спасибо, thank you. Значит, я бы хотел сообщить всем нашим зрителям, что именно в этот момент мы нашему Деду Морозу, Бену Морозу, мы не переводим, потому что Бен Мороз должен понимать наших детей вне знания русского языка. Он должен чувствовать сердцем. Иди сюда, Саша. Hello, Саша. Привет, Саша. What would you like? А ты что бы хотел? Щит. Саша, полегче, Саша. Саша, ты еще раз повтори. Что бы ты хотел? Щит. Окей. Понятно. Вот тебе. Щит. Щит. Бен. Нет, щит. Щит. Бен, щит на столе. Нет, щит. Нет, щит. Нет, щит. Щит. Да! Да! Да, да, да! Бен, по-русски щит. Это щит. Здравствуй, Кира. Hello, how are you? What Привет, would you like? Как дела? Что бы ты хотела? Варежки. 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 Бен, варежки. Пожалуйста, посмотри. Варежки. 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 Что напоминает варежки. Это слово, Бен, вам? Вот варежки. 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 Это, я бы сказал, рукавички. Так. Варежки. Но нет. Варежки. Варежки. Прекрасно. Это наш самый маленький, да. Подожди, подожди, Hello. Виталик, сейчас. Привет. Сейчас тебя дядя Бен спросит. Пожалуйста, Бен, спрашивайте. Hi, hi, what would you like? Привет, что бы ты хотел? Трансформер. Формер? Еще раз скажи, Виталик. Трансформер. Трансформер. Oh, I know Transformer. Трансформер. Трансформер-то я знаю. Забирай. Ну и последний. Почему не такая реакция, как на предыдущем? My name Mita. Hello, what's your name? Привет. Mita. Как тебя зовут? Mita. How are you? Mita. Как дела, Mita? Walter, Mita. Oh, yes. Mita, Mita. Oh, yes. Mita. Okay, what would you like? В этом смысле. Мне бы, дедушка, что бы ты хотел? Мороз, мне бы жену. Жену? Нет. Нет. Жену это пока нет жены. А жену. Translation's not coming through. Да, да. Перевода почему-то нет. Жена. 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 Витя, это правильный ответ. В принципе, на безрыбье и рак рыба. А можно я все заберу? Жена. Забирай все. Забирай все, жене. Спасибо. Это была новогодняя лавка Бена Мороза. Идите и смотрите фильм «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. У нас сегодня в гостях был Бен Стиллер. Бен, спасибо.